Рождеством! С Рождеством! Привет! Да, у нас сегодня еще один зимний волшебный праздник – Рождество Христово. А это значит, что пришло время печь вкусные имбирные пряники. У нас есть заготовки. Вот такая вот пряниковая хатынка, пряничный домик. И вот такие вот человечки, 4 штучки. И мы сейчас попробуем вот к этому рождественскому калачу еще смастерить красивый имбирный домик и его хозяев. Да? Да? Начнем мы с того, что соберем пряничный домик от компании «Делиция». Тима, раскрывай, что же там у нас есть? Так, высыпаем, вытаскиваем. Это наша, наверное, инструкция. А, нет, это акция даже. Ничего себе, мы сможем поучаствовать даже в акции. Вот наши заготовочки, вот такие классные. Маш, смотри, это двери и окно. Можно уже идти в гости. Что у нас еще? Класс! Вот такие у нас красивые заготовки. Домик. Вот он. Красиво упакованный. А вот это, знаете, что вот это за кубики такие? Это труба. Представляете? Будем трубу делать в домике нашем. А мы будем есть? Конечно. Как только мы ее соберем, она пропитается, эта избушка, да? Мы ее потом съедим. А что это за кулечек вот у нас лежит? Давай тоже посмотрим, что это такое. Снежинки. Ух ты, Тима сразу увидел, что здесь есть снежинки, вот такое красивое украшение. А еще у нас есть сухой белок. Смотрим. Сахарная пудра. И вот такой вот кондитерский мешочек. Ну что, приступим? Да. Сначала нам надо приготовить крем. Да. Чтобы приготовить крем, мы взяли что? 40 миллилитров водички. Да. И у нас в наборе идет белок сухой яичный. Вот мы его сейчас и высыпем. Давай. Я буду высыпать. Ну, высыпай, Маша. Так, давай, я чуть-чуть помогу. Вот надо его так раскрыть. Высыпай. Высыпаем яичный белок. Аккуратно держи. Так, Тимофей, взбиваем наш белок. Молодец. Итак, мы его взбиваем минут 5-7. Так, взбили мы наш белок. Вот он не падает, видите? То есть крепко-крепко там держится. И теперь мы начинаем сюда вводить нашу сахарную пудру, да. Ту, которую вы всегда любите кушать. Да? Я даже хочу всю съесть. Всю съесть? Нет, много сахара нельзя есть. Тихонечку начинаем перемешивать. Очень аккуратно, до однородной массы, чтобы не было комочков. Надо сделать стеночки сначала прилепить. Вот так мы... О, вот так сделали. Так, не-не-не, вот эту бери стеночку. Тима, бери стенку. Нет, вот так разворачивай ее. Опачки. Так, первая стена. Держите, держите, чтобы он прилип. Первая стеночка есть. Тима держит первую стенку. Теперь Маша. Вот сюда мы сразу нанесем крем. Давайте вот, смотрите, видите? Вот. Я знаю, как уже. И вот так вот мы дальше ставим. Так, Маша, посмотрите, какой у нас уже домик получается, да. Видите? Сейчас мы везде его прижмем, чтобы он хорошо у нас приклеился, наш цемент, да, приклеил домик. Класс? Да. Здорово получается. Да. Супер. Что у нашего домика не хватает? Крыши. Крыши не хватает. Что это за дом без крыши, вы мне скажите? Дождь будет. Конечно, туда дождь попадет. Снег. И что дальше? Снег. Конечно, или снег может попасть.
Поэтому сейчас... Крыша. Да, сейчас я примерю. Вот так вот должна быть крыша. Мы, наверное, возьмем зубочистки, чтобы ее потом... Чтобы она нам, у нас не сползла далеко, да? Да. Так. Так, Тимофей, нам надо теперь прицепить вторую нашу крышу. Ты уже приготовил ее? Да. Так, сейчас я цемент наш, раствор. У тебя хорошая там черепица? Да. Отличная? Да. Прекрасно. Так. Вот нашу крышу мы сейчас будем цеплять. Давай, Тимофей, прикладывай. Аккуратненько, чтобы дождь не попал. Да, нам надо очень аккуратно. О, мы работаем кровельщиками, да? Да. Так, давай теперь зубочистками ее прицепим, чтобы она не уползла от нас. Рога. Да. У нас же крыша должна быть красивая, целая, да? О. Так. Ну, вот наш домик уже готов. В том плане, что мы его собрали. Теперь нам надо подождать, пока он засохнет. Полчасика. А потом будем его украшать. Да. И пока мы ждем, что наш домик сохнет, да, застывает наш цемент, мы откроем вторую упаковочку. Да. Имбирные человечки. Да. Отлично. На очереди имбирные человечки. Да. Мы их распаковали и потихоньку начинаем вытаскивать. Давайте, дети, давайте. Ух тышка. Ух ты. У нас здесь столько всего. Ух ты, можно... А ну давайте разбирать, смотреть. Смотрите, посыпочка. Посыпочка, да. Вот такая вот, самое главное, вот такая семья интересная, человечки. Видите? Посмотрим. Так, что у нас еще здесь есть? Это, скорее всего, картоночка, на которую надо ставить наших человечков. А, у нас есть глазурь, три вида глазури, синяя, розовая и белая. О, мои любимые синие. Розовая? Да. И у нас есть вот такая вот веселая посыпочка. Так, приготовили мы наши три емкости с водичкой. Кто не знает, 10 миллилитров – это 1 столовая ложка. Да. И высыпаем, Маша розовый высыпает, Тима высыпает голубую глазурь. Все? Да, все высыпаем. Аккуратно, аккуратно, не рассыпаем. Так, и я высыпаю голубую, Тима, я высыпаю белую глазурь. Смотрите. Красиво? У меня прям темный. Вот так вот, отлично. Темный. Так, для начала, Тимофей, мы делаем контур. Например, нам надо сделать штанишки, да, папе? Вот мы ему сделаем штанишки, а потом разукрасим в голубой цвет. Потом мы идем... Галстучек рисуем. Вот так вот. Видишь? Вот наш папа уже в галстучке. Теперь нарисуем его очаровательную улыбку и глазки. Даже не знаю, какую папе прическу делать. Может, вот такую вот закорючку какую-то. Видишь, какой у нас папа уже получается? Ну и здесь папа, наверное, будет в варежках. Зима все-таки. Опачки. Теперь ты можешь разрисовать штаники синим цветом. Давай потихоньку надавливай. Получается? Так, ой, сейчас. Давай. Дави вниз. Давай, Тимофей. Опачки. Пошли рисовать. Так, моя рука. Так, а ну давай, Тимофей, надавливай вниз, надавливай. И пошли рисовать узоры у папы на штанах. Смотри, какие у нас узоры, да? Вот такой вот папа в узорчатых штанах. Да. Да? Да. Так, дальше мы ему поставим здесь точечки на галстуке. Да. Посмотри. Классно получается? Да. И вот такую закорючку. Ну и у папы зрачки должны быть все-таки, мне кажется, да? Вот так. Прикольно? Да. И
наваришь-ка в какой-нибудь узорчик такой. Вот так вот. Хорошо получается? Да. Мы рисуем штаники нашему младшему братику. Так, нарисовали штаны. Отлично. Подтяжечки. Подтяжки нарисовали? Да. Так. Ну, вот как-то так, да? Да. Теперь мы обведем маме вот такое красивое платьечко, да? Смотри, какая она замечательная у нас будет. Это у нее новогоднее, рождественское платье, фартух. Да? На фартух не похоже, а вот платье прям чуть ли не бальное, да? Так, и здесь у нас будет лапочка-дочка, да, Машенька? Угу. Поэтому мы ей рисуем юбочку вот такую. Да. Тоже у нас улыбочка. Похоже на перевернутую корону. Так, глазки. У мамы делаем узоры красивые. Мы его все равно потом заштрихуем, чтобы оно было однотонное, да? И у лапочки-дочки тоже у нас розовенькое все будет. Вот так вот. Отлично. Еще мы им сделаем глазки, как у папы, чтобы было, да? Вот такие глазки красивые. Оп. Оп. Все, вся семья голубоглазая, да? Да. Только мы еще сыночку не нарисовали глазки. Оп. Оп. Так, вот такие замечательные имбирные человечки у нас получились, целая семейка. Мама, папа, сыночек и лапочка-дочка. Только чтобы уже их наряд был завершенный, нам надо посыпать присыпочкой. Давайте потихонечку будем посыпать. Так, Маша посыпает платьечко, а Тима штанишки. Так, пока наши пряничные человечки сохнут, у Маши сохнут губы, он все красные, да, от вкусного крема. Мы приступаем к украшению нашего пряничного домика. Да. Знаете, с чего мы начнем? С чего? Наверное, с букв. Тимвит да. и Чимаша, да? Да, которые напишем на нашем домике. Талы. У нас немного осталось голубой глазури. Тимвит и Чимаша. Да. Мы напишем Тимвитыч ТВ. Получилось, как будто это дом с телевизором, да? Ой. Так, ТВ мы написали. И внизу мы напишем М. Делаем нашему домику черепицу. Вот она вот такая будет. А потом на этой черепице мы разместим наши снежиночки. Ведь все-таки зима, а у нас, между прочим, метель метет. Вот потихоньку снежиночки уже ложатся на наш домик, и он становится заснеженным. Да? Да. Да. Ну что, Тима и Маша, наша семья имбирных человечков готова встречать Рождество в новом домике? Да. А Дед Мороз принес им подарки? Я думаю, принес. А ну давайте посмотрим, какие. Маме с папой он принес вот такой вот красивый подарочек, сюрприз. А деткам, братику и сестричке, леденец. Да. С Рождеством!